На территории объединения пансионатов курорта Пицунда состоялся открытый международный чемпионат по рок-фишингу, организованный Федерацией рыболовного и охотничьего спорта Республики Абхазия. В Пицунде прошел уже 4-й чемпионат Республики Абхазия по рок-фишингу, в котором приняли участие 28 спортсменов из Абхазии, России, Украины и Северной Осетии. Спонсором соревнования выступила компания ZEMEX, которая предоставила спиннинги участникам. Компания «Тельсервис» обеспечила спортивными лодками, а информационную помощь оказал мобильный оператор «Аквафон». Представитель правления Федерации рыболовного и охотничьего спорта Республики Абхазия Альберт Бондаренко рассказал о соревновании по рок-фишингу и поблагодарил всех тех, кто помог организовать данное мероприятие. Мы проводим здесь чемпионат Республики Абхазия по рок-фишингу. Это спортивная ловля рыбы с берега снастями именно спиннинговыми на безбородые крючки, на искусственные приманки. Цели и задачи, которые мы перед собой ставим, это продвинуть экологический отдых как таковой, в первую очередь. Во вторую очередь, это мы продвигаем сами спортивные мероприятия. Вот, например, раньше у нас участвовали только взрослые люди, от 16 лет. Сегодня у нас представлены 5 юношей. От 8 до 14 лет, которые также получат призы и подарки. Также хотел бы поблагодарить, сказать огромное спасибо директора курорта города Пицунда Шакрыл Надара Ивановича, главу города Пицунда Хутаба Виталия Матвеевича. Огромную просьбу и информационную, и не только техническую поддержку нам оказал наш депутат округа Пицунды Смыр Беслан Алексеевич. По итогам соревнования первое место одержал Руслан Мчава из города Сухум, который удостоился главного кубка и получил квалификацию кандидата мастера спорта. Сергей Ярославцев из города Новороссийск удостоился второго места. Александр Городянкин из города Сухум получил третье место и квалификацию кандидата мастера спорта. Из всех участников турнира по рок-фишингу стоит выделить самого юного 12-летнего Руслана Сабу из города Гагра, поймавшего первую рыбу в чемпионате. В соревновании он занял шестое место, получив взрослый разряд по ловле рыбы спиннингом. Администрация города Пицунда вручила призерам, занявшим с первого по десятое места, денежные вознаграждения.